В Радищевском районе прошла ярмарка возможностей. Жители района смогли найти работу в своем и в соседних муниципалитетах. Расширенную ярмарку вакансий и учебных рабочих мест организовали вместе с работодателями нескольких районов. Здесь же были представители учебных заведений этих муниципальных образований. Всего на ярмарке выставлено 154 вакансии от Радищевского района и плюс вакансии соседних районов. Сегодня в регистре получателей государственных услуг у нас зарегистрировано 90% работодателей. На ярмарке присутствует 17 работодателей Радищевского района и 3 работодателя Новоспасского и Старокулаткинского района. Будущим предпринимателям оказали помощь в открытии собственного дела. Здесь же работали консультационные площадки Пенсионного фонда, соцзащиты, Центра активного долголетия, юридического бюро и уголок здоровья. Молодежное агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов вместе с молодежным правительством организовали площадку «Современные тренды выбора профессии». Профессиональное обучение, переподготовка – все это должно сопровождать на протяжении всей жизни каждого из нас. Без развития не может быть хорошей, комфортной жизни. В нашей службе появились 2 новых подразделения, которые работают и с молодежью, и с инвесторами. Эти новые виды и формы работ показывают, что они живут, продвигаются и показывают свою эффективность. Участники смогли посетить выставку продажи продукции местных производителей. В преддверии дней службы занятости здесь же прошло награждение победителей ежегодного областного конкурса работодателей по разным номинациям.